кафедры технологии и организации предприятий питания Российского экономического университета имени Плеханова, официально ведет свою историю с начала 40-х годов 20 века. В 1941 году впервые в России, в нашем вузе, была создана кафедра технологии приготовления пищи. Ее возглавил доктор технических наук, профессор Дмитрий Иванович Лобанов. Развитие кафедры способствовало формированию инженеров-технологов высшей квалификации и подготовке высокопрофессиональных специалистов. Особое место в вузе и на кафедрах в послевоенные годы занимала научно-исследовательская работа, способствовавшая выпуску сборников научных трудов и учебных пособий. Сборник рецептур для кулинарных изделий всегда являлся основным нормативно-технологическим документом для системы общественного питания. Многие издания получили всеобщее одобрение среди других вузов, а некоторые учебники были переведены на языки многих стран. Кафедра технологии и организации предприятий питания осуществляет прием абитуриентов и подготовку бакалавров по направлениям технологии продукции и организации общественного питания, профили технология и организация ресторанного дела, менеджмент ресторанного бизнеса. С 2015 года осуществляется набор абитуриентов на магистерскую программу «Менеджмент в индустрии питания». Подготовка специалистов всех направлений проводится в современных технологических и исследовательских лабораториях с использованием наиболее прогрессивных способов обучения, тренингов, мастер-классов, организации профессиональных конференций, круглых столов. Студенты изучают не только технические науки, математику, физику, химию, но и много специализированных предметов. Сервисные технологии ресторана, организации производства и обслуживания на предприятии общественного питания, технологии пищевых производств, оборудование предприятий общественного питания и другие. Большое внимание уделяется практическим занятиям и семинарам, где студенты в лабораториях ставят опыты, осваивают технологию приготовления блюд, исследуют свойства пищевых продуктов, изучают организацию производства на предприятиях общественного питания. За последние годы материальная база подготовки специалистов кардинально обновилась. Созданы и оснащены новейшим оборудованием две технологические и две физико-химические лаборатории. Оборудованы специализированные кабинеты проектирования и организации обслуживания на предприятиях питания. Ежегодно студенты проходят производственную практику на лучших предприятиях питания Москвы – KFC, «Елки-палки», «Шоколадница» и других. Кроме того, для студентов организуются международные стажировки в различных странах мира. У выпускников кафедры технологии продукции и организации общественного питания нет никаких проблем с трудоустройством. Их всегда ждут на предприятиях общественного питания всех видов – в ресторанах, кафе, барах, комбинатах питания, специализированных цехах, кейтеринговых компаниях, предприятиях по производству оборудования для торговли и общественного питания, проектных организациях. Неудивительно, что одни из самых известных российских рестораторов учились именно у нас. В их числе Аркадий Новиков, президент Московской гильдии рестораторов Игорь Бухаров и многие другие. Хотите пополнить этот список своей фамилией? Тогда приходите к нам, мы вас ждем.